В Атырау сегодня презентовали первую производственную буровую вышку повышенной мощности. Производство запустили на предприятии, выпускающем не менее уникальную продукцию – буровые долота. Проект стартовал 1,5 года назад, а сегодня заказчик принимает первый исполненный заказ. Уникальность вышки в ее мощности и глубине бурения. Обо всем подробнее расскажет наш корреспондент в регионе. Он в настоящее время находится в режиме прямой связи со студией на производственной площадке. Здравствуйте, Талгат. В чем заключается уникальность производства? Ну и вопрос, который, наверное, интересует многих, это эффективность. Да, если говорить об уникальности этого проекта, то это действительно так. Подобный буровой комплекс, это действительно целый комплекс, со всеми произведенный с нуля и под ключ, со всеми агрегатами, силовыми установками и электронной начинкой, первый в Казахстане. Первый по мощности это 2500 лошадиных сил, первый по грузоподъемности в 650 тонн и по глубине бурения это 7000 метров. В качестве заказчика выступает казахстанская нефтяная компания «Казмунайгаз Бурение». Основное предназначение данной установки это бурение нефтяных и газовых скважин. По случаю сдачи первого заказа здесь организовали торжественное мероприятие. В нем приняли участие руководители региона, а также первые руководители практически всех нефтегазовых компаний области. В настоящее время рядом со мной находится заместитель генерального директора компании «Жигермунай Сервис», производителя установки Александр Яковлев. И ваш второй вопрос мы адресуем ему лично. Александр Юрьевич, сегодня все только говорят, что о мировом финансовом кризисе, низких ценах на нефть и вообще о низкой рентабельности сервисных нефтегазовых компаний. В то же время вы реализуете такой проект стоимостью более 3,5 миллиардов тенге. Вы знаете, да, в условиях, когда есть некоторое снижение активности на рынке. Многие компании, тем не менее, предпочитают использовать это время с пользой для себя, провести модернизацию оборудования. Поэтому у нас пакет заказов уже сформирован на ближайшие несколько лет, и мы свою активность снижать совершенно не собираемся. При строительстве этой буровой установки, первой в Казахстане, как вы уже отметили, мы приобрели неоценимый опыт. Прежде всего, мы создали коллектив людей, которые понимают, что они делают, и которые научились делать подобного рода уникальные устройства. Далее мы произвели модернизацию нашего оборудования и наших возможностей. Кроме того, мы создали уникальную организационную структуру. И я вполне уверен, что в ближайшее время мы не только не прекратим строительство подобных установок, мы нарастим и будем в ближайшее время изготавливать их, и причем не только для рынка Казахстана, но и для близлежащих государств. Спасибо, это не может не радовать. От себя могу пожелать только успехов вам в дальнейшей деятельности. От себя могу еще добавить то, что здесь же на этом производстве производят еще один не имеющий аналогов в Казахстане продукт. Это производство буровых долот. В этом плане компания уже зарекомендовала себя на рынке Казахстана. Как уже отметил мой собеседник, этот период кризиса они планируют использовать с максимальной выгодой. Активно осваивается рынок России. Есть наработанные контакты с Туркменией. В перспективе налаживания связи со странами Африки. Что касается буровых установок, то уже через 3 года здесь планируют значительно растить мощности и выпускать по 5 буровых установок в год. Другими словами, перед нами реально доказательство того, что казахстанские компании в период мирового финансового кризиса чувствуют себя более чем уверенно. А на этом у меня все. Салтанат. Спасибо, Талгат. На прямой связи из Атырау был наш корреспондент Талгат Утигулов.